Хорошо, как всегда, хочу начать нашу пресс-конференцию. Это, то есть, чего хочу начать, это поблагодарить своих игроков за их силу и за их самоотдачу. То есть, сегодня не самая лучшая наша игра была. И, то есть, ситуация не самая легкая сейчас, потому что во время этой недели, в течение недели сыграли три игры. Последние две игры, в последних двух играх мы забили 10 мячей. И вот этот последний матч, то есть, можно сказать, вся нагрузка свалилась на него. Мы знали, что будет игра сложная, то есть эта команда очень сильно отличается от прошлой команды Ордебасы. Табоу, то есть та команда, которая садится слишком низко в оборону, создает численное преимущество в центре поля, очень играет компактно и тяжело создавать, искать пространство на поле. Во втором тайме у Табоу было несколько моментов, чтобы забить гол, но они не забили. Эта победа очень важна для нас, это еще 3 очка, потому что футбол – это победа, 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 победа и победа, победа. Когда вы приходили в Кайрат, вы ожидали, что у вас получится 8 побед подряд одержать? Когда ты лигу в Кайрат, ты стал аспирантом, или вам на самом деле нет, не ожидали, потому что то есть, ну, без обмана, без ничего, потому что в любой лиге, в любой стране, в любом чемпионате выиграть 8 игр подряд – это очень сложно. Да, не скрываю, что мы работали, то есть от матча к матчу мы работаем, то есть к каждому матчу мы готовимся на победу, всегда только на победу. И если бы вы меня спросили 2 месяца назад, сможем ли мы выиграть 8 игр подряд, я бы сказал нет. Я считаю, что Табоу – это та команда, которую нужно характеризовать больше как одну команду, как целое, нежели индивидуально какого-то игрока. У них были 3 игрока, которые сегодня играли, и из этих 3 были игроки, которые именно играют в центре поля. Очень важные игроки для команды. Delantero que es difícil de marcar, un Shevkin que es un jugador muy difícil de marcar, que gana todas las segundas jugadas, que es un jugador que trabaja mucho para el equipo. То есть, ну, сегодня они работали как одна команда, то есть вместе оборонялись, вместе атаковали. Щеткин, нападающий, то есть это тот игрок, который очень тяжело опекать. То есть он цепляется, борется за все верховые мячи, поэтому такой немножко сложный игрок для нас был. Но чем выделять какого-то игрока, я хочу выделить всю команду.